Всем привет, это Метро Экзодус на хардкоре. Глава Волга. Забираем буксиру торговцев. В общем, погнали. Случайно нашел. Чисто случайно нашел этот путь. Родная? Чего так долго-то? Так и ночь кончится. Ой-ой-ой, ну что ты так нервничаешь тогда? Все ровно будет, как на аэродроме, не переживай. В общем, случайно нашел этот путь. Вот. Лазил-лазил тут, искал, как бы тут тихо, мирно. Без шума и пыли, чтобы никто не пострадал. И нашел. А тут до этого приходилось тут маслаться со всей этой бандой. Окей, как скажешь. Устраивать приходилось тут медвежий фарш. Хоть я того и совсем не желал. Торговцы-то они мирные люди, чё их трогать-то? Сэм, Сэмчик! Сэм шипит. После этой DLC-шки, как она называется? История Сэма прям... Смотри, там набор влезть можно. По-другому я к нему стал относиться, аж зауважал. Вот этот путь, блин, случайно его нашел. Сейчас, крестуха, братуха, давай. Отвлекай, сейчас он кулика будет вырубать на болоте. Типа. Вот он. Давайте, давайте. Идите, идите, ребят. Ну да. Задницу мне не прострели, мстите. Еще правильнее было бы, наверное, фонарики тактически установить на пушках, а не на лбу у себя. Ну что, в этот раз до самого нижнего пойдем? Нет, километров за 20 поворачивай. Ну и сильно пойдем. Про кого они говорят сейчас? Вы в курсе вообще, нет? Что за доблестные защитники? Это случайно не ребята эти? Стайги? Пионеры? Защитники? Надо было дослушать этот диалог. Интересно узнать, что там в мире творится их виртуальном. Интересно бывает иногда послушать. Разрабы все-таки старались. Сюжет выдумывали. Вот тут здесь самый сложный этап. Ага, давай дальше. Вон он, чувак идет сейчас, будто нас тут в баню толкнула, мать. Блин, встряли бы. Много раз я тут проходил, вот именно вот на этом этапе. Каждый раз они меня палили. Вот именно вот этот чувак меня палил. Знаете, как он палил? Сейчас увидите. Там дальше будут бочки. Синие, вот не вот эти две, а там дальше. Между которыми нам надо будет пройти. И он прям между ними будет смотреть, фонариком светить. Из-за него мы не сможем тут пройти. Вот смотрите, он тут. Встал тут, короче, да? И вот видите, фонариком светит, и мы не можем здесь пройти, оказывается. Надо тупо просто дождаться, пока они вот этот диалог у них закончится. Про какого-то монстра сейчас они будут на Чебоксарах говорить. В Чебоксарах, точнее. А чего там в Чебоксарах? Там такая дрянь, баржу потопи, там походу еще самяра побольше нашего, блин. Если это не брехня, конечно. А как им кверху? К тросу кошку, на кошку собаку жареную. Конец на кне. Ну и сели ждать. Ну и чё? Ну и клюнуло оно. Как дёргает, вверх вырвало. И морда кусок заодно. Они сразу на дно сели. Вот это да! Угу. Да ну тебя. А может он лапши там накидывает нам? Ну, может и не было ничего такого. Ну наконец-то, давай, чеши уже. Устроили тут лясим-трясим, блин, целых 2 минуты нашей жизни. Отнимайте.
Давай, давай, чеши. Все, ну тут тоже аккуратно, тут я тоже чуть не спалился, блин, на ровном месте. Такой, иду, иду, думаю, нет никого. Ага, иду, иду. И тут, опася, кого я вижу. Чуть не подстряли тут. В общем, никого мы тут не тронули в оконцове. Не то, что раньше. Но раньше тут, блин, месиво такое было. Хлестались тут не по-детски с ними. Хотя всем этого не хотел. Видишь, мирные ребята, торговцы. Вот он, буксир, который мы должны угнать. Там капитанская рубка, вот, чувак. Кстати, здесь бак небольшой будет, увидите. У этого чувака под ногами будет за ним плестись, волочиться граната. Представляете? Граната под ногами будет у него копошиться. Все, давай, давай. Вон, видите? Парень, у тебя там что-то упало, и мухи налетели. Давай, давай. Иди уже, ну встал прям. Красота какая, да? Угу, видите? Все, финальная касцена сейчас. Капитанская рубка. Не убивайте! Не убивайте! Я могу заплатить! Или товар! Товар, товар возьмите! Спокойно, свои! Барахло нас не интересует, а вот буксир другое дело. Взаймы, если будете паиньками, сможете забрать его у моста. Все понятно? Да-да, конечно. Ой, блин. Зачем так грубо-то, князь? Ты что творишь-то, беспредел, не гони-то ее. Эй, кто живой-то? Парень-то ровный. Вот ты, блин, грубиян, а. Вот и молодца. Приятно иметь дело с умным человеком. Вали. Отлично сработал, Артём. Угу. Да-да, сам себя тащи себе. Вот так вот. Все, осталось нам до конца этой главы. Последняя локация, там будем захватывать мост Силантия. Здесь я хотел открыть этот, как его, бинокль. На радости взял, рюкзак открыл. Ребята, удачи, удачи. Не пуха, не пера. Артём, смотри там. Да, к черту, хорошо. Ровно все будет, не переживай. Ну все, остался мост Силантия по стелсу. Прикольная видюха там получилась. Подписывайтесь, не теряйтесь. Всех благ вам. Удачи. Впереди нас ждет Каспий, еще много-много интересного видео. Давайте. Всех благ. Не болейте.